Ефимов сошел с ума. Он помешался на исследовании этих тварей и помешал нам их уничтожить. Он застрелил Антонова, Орлова, Попова и ранил меня. Кажется, он сломал фуникулер. Если увидишь его, стреляй на поражение. Я потерял слишком много крови. Если кто-то найдет эту запись, знай, ты должен взять мой динамит и взорвать вход в пещеры и лабораторию с образцами. После этого поезжай на снегоходе и вызови эвакуацию с радиовышки. Запомни код эвакуации. 1-1-7. Только не позволь ни одной твари пробраться на континент.
ты жив? Как ты мог убить всех своих друзей? Что с тобой стало? Они просто не понимали, насколько эти существа уникальны. Они хотели уничтожить все, над чем я так долго работал. Мне пришлось убить всю команду, чтобы продолжить мои исследования. Понимаешь? Нет. Ты сошел с ума. Как ты мог? Ты не оставляешь мне выбора. Мне жаль, что так вышло. Но эти уникальные существа стали смыслом моей жизни. Они жили в этой пещере миллионы лет, и никто даже не знал об этом. Я изучил все их повадки и почти нашел способ с ними общаться. Я уверен, что они не злые, и что я смогу установить с ними контакт. Пойми, мы с тобой должны продолжать.